All hands hoist the colors high. Heave ho, thieves and beggars, never shall we die. Now some are alive, and others sail on the sea, with their keys to the cage and a devil to pay. We lay to fiddler's grin. Yo. С вами Мор ВК и обзор на так называемые эсминец Нацуказе. Это японская десятка, которая будет распространяться в рамках грядущего ивента. Корабль, скажу я вам, оставил незабываемое впечатление. Такой бесполезный, искореженный геймплеем, бессмысленной концептуально лодки я больше не знаю. Формально это торпедный эсминец. Формально Леста рекомендует все ему на торпеды. Ну какая же это боевая ересь? Я уже просто решил, что вот этих боев, которые я на нем наиграл, хватит. Смысл не меняется. Я не верю в этот корабль, и его потенциал ничтожен или стремится к такой характеристике. Так что на фоне будет что-то более-менее интересное или какие-то нарезки. Показывать про этот корабль мне особо нечего, ибо его путь — это путь на дно или максимально унылое катание подальше от каких-либо активных действий, что для адекватного эсминца неприемлемо. В общем, давайте переходить к сути. Начало жесткое, но я хочу вас воодушевить. У лодки есть кое-какие плюсы, хотя это и не плюсы, а скорее просто вменяемость. Тут так что не все плохо. Просто сам концепт корабля провален. И мучиться играть или не играть на Нацуказе, это будет выбор каждого из вас. Что же касается ТТХ, то брони тут нет, мы эсминец и у нас обшивка 19 мм. Абсолютно нормальное явление, что все подряд нас дамажат и под обстрел лучше лишний раз не попадать. Тем более боеспособности немного, всего 17 900 без улучшений, для уровня показатель один из худших. Сама же выживаемость в бою строится от грамотных маневров и маскировки. Что касается маневренности, то корабль быстр, без сигнала и форсажа идет 39 узлов. Но вот сама по себе динамика посредственна. В циркуляцию уходим туго, ибо она 690 метров, а сам корпус очень длинный, из-за чего мансим какие-то залпы и уклоняемся от торпед слабо, тем более при перекладке рулей в 4 секунды без улучшений. Динамика корабля во многом печальна именно из-за длины корпуса. Тем не менее, по прямой шпарим прилично. И формально под концепт торпедного эсминца это плюс, ведь нам надо смещаться и занимать позиции для эффективных торпедных атак. Где-то обходить врага и действовать на опережение. В сферическом вакууме, если вас не контрят, то данных ТТХ будет более чем достаточно для боя. Здесь стоит отметить только такой нюанс: корабль уж больно сильно напоминает японский Шимакас. И Шимка тоже малеха страдает в маневрах, но у нее рули куда лучше, чем у Нацуказы, и в управлении из-за этого она приятнее. А еще у Шимаказы инвиз 5,6 км, а у данного аппарата на фул улучшении 5,8.
и разница незначительна. Но тут, в отличие от прокачиваемого японца, идет постоянный одновременный подсвет с большинством эсминцев, благодаря чему вас тут же бодро пинают все подряд. Я не могу сказать, что вы в ГК не даете отпора, об этом чуть дальше. Я хочу подчеркнуть, что ваших ТТХ, которые влияют на выживаемость, не хватает для нормального противостояния другим эсминцам, если у них есть хоть какое-то серое вещество, отвечающее за мыслительный процесс. Ибо маскировка пусть и стандартна, но маневренность и дефицит ХП – это очень тревожный звоночек для регулярной эффективной игры на передовой. По сути, вы не вывозите множество дуэлей в игре, и вас понимающие игроки будут легко контрить. И казалось бы, вы торпедный эсминец, и вам не надо уж так сильно пыхтеть и выбивать вражеские эсминцы. Вы же должны-то торпедировать линкоры и другие крупные цели. Но то, какие тут торпеды, я вам честно скажу, лучше пытаться выбить эсминцы и верить в чудо, что вы будете полезны, чем весь бой кататься в ожидании нагиба от торпедного вооружения. Про него сейчас, собственно, и поговорим, ведь оно отвечает за наш игровой концепт. У нас тут 3 ТА по 5 торпед в каждом. Ну, а-ля Шимакас. Только вот торпеды облагородили наши европейские партнеры, да еще и подгадили, судя по всему, поставив на них какой-то опознавательный маяк, чтобы каждый игрок в бою мог лицезреть сие творение. В общем, характеристики тут мерзкие и убогие среди всех торпед, что я видел, приправленные при этом двумя прекрасными маркетинговыми нюансами. Первый — это перезарядка, которая без улучшений 72 секунды, а второй — это дальность хода в 12 километров. Что-то мне подсказывает, это будут возвышать как не знаю что. Ведь дальнобойные, быстро перезаряжающиеся торпеды у эсминца. Что для счастья еще надо? А надо нормальные ТТХ, которые отвечают за эффективность пусков. Ибо эти окаянные торпеды светятся на 2,8 километра. Это абсолютный антирекорд игры. Это по факту новая величина заметности торпед. Это фишка, это особенность, это помойка на воде, а не торпеды. И типа высокая скорость хода торпед тут, 86 узлов без улучшений, не даст все равно нормальной реализации. Торпеды заметны, и на них легко реагировать. Чтобы наплыл эсминец на такую торпеду, он должен быть с гвоздем в черепе или другим инородным предметом. Или просто ему не повезло, ведь любой геймплей правильный. Крейсера же вообще мансят их легко, линкоры тоже уклоняются, авики по ситуации, там же автопилот. ПЛ ржут над такой заметностью, ведь они их светят под водой, что помогает союзникам жить еще проще. Да все в принципе ржут. Спасает этот корабль то, что в рандоме много боевых товарищей, похожих на союзняк, которые время от времени ловят по одной-две торпедки. А у тебя, как у владельца корабля, все равно из-за этого начинает капать мужская скупая слеза, ибо альфа торпеды 7673 на 10 уровне. Где куча ПТЗ, где чтобы убить эсминец, надо вогнать торпед 5 таких. Я как-то Клибера словил, он сдох вообще лишь на 7-й торпеде. Ну, сказочный это корабль. И вот это вот все делает данный эсминец торпедным. Это шлак, а не вооружение. Даже если предположить, что у торпед высокий шанс затопления, или может они как-то игнорируют ПТЗ, потому что иногда странно проходила максимальная альфа в борте на кораблей. Это один фиг ерунда. Оно не может нормально уничтожать баркаса. Данное вооружение больше как фактор сдерживания проявляет себя в игре. Люди писают, торпеды плавают, фланг стоит на месте, в жижке боевой. При этом я допускаю, что мне не везло в боях на актеров, и может быть кому-то свезет подамажить много на рельсоходах, но это не отменяет того факта, что от этих торпед максимально легко уклоняться, если ты в игру играешь, а не просто плывешь и получаешь удовольствие. Исходя из вышесказанного, приходится добывать урон из ГК. Приходится стараться контрить эсминцы, ведь они своими торпедами куда эффективнее топят ваших линкороводческих баламов. Ставка на рандомазию торпед здесь провальна. Но либо это настолько скилловый уровень игры, что я к нему не готов. Ни морально, ни ментально, ни физически, и даже связываться с желанием после проведенных боев нет. А кому эти торпеды? Огонь! Ну вперед, на край карты! Пускать их и верить в успех. Мне как всегда не жалко. Любой геймплей же правильный.
В общем, торпедность этого Нацуказы вызывает серьезные вопросы. И лично для меня Блэк со своими слоупоньками куда перспективнее в торпеды, чем это. Вот такой вот сказ о печальном концепте этого корабля. Радует же здесь то, что торпеды не единственное вооружение, что есть здесь какое-никакое в меры эффективное ГК, хорошие глубинные бомбы и ПВО, способное сбивать истребители. Ну и так, по мелочи ударных самолетов. Что касается ГК, то оно, слава богу, японское, а не как торпеды. По сути, полностью копирует артиллерию Шимаказа. Может быть и есть там какие-то различия, но они минимальны и незначительны. Если вкратце, у нас три башни по два ствола в каждой, калибр 127 мм. И это реально опасные пушки против эсминцев. Альфа фугасного снаряда у корабля 2150, при шансе пожара 9% и пробитии 21 мм. ББшка же дамажит 2200 при пробитии в цитадель, но ей стрелять приходится редко. Фугас делает всю грязную работу. В локальных небольших пострелушках. С отсветом, с дымами, с проходами через острова. Все это позволяет эффективно раздамаживать эсминцы врага. Можно, конечно, пытаться и в лобовуху кого-то перестрелять, но все-таки перезарядки здесь мало. Базовая КД 5,7 секунды. При этом в активных маневрах башни не особо успевают за корпусом. 180 градусов они проходят за 22,8 секунды. Эти два момента могут привести вас к провалу при чрезмерной агрессии. Все другие же ТТХ орудий вполне себе норм для попыток играть в универсальный эсминец. Точность хорошая, рассеивание снарядов 101 метр, углы стрельбы приличные. Дальности, можно сказать, немного, всего 11,4 километра, но нам больше и не надо. Арт-эсмом все равно не быть. Баллистика и скорость полета снарядов не позволяют эффективно стрелять далеко. В итоге и получается, что за счет ГК при должной сноровке можно выбивать вражеские эсминцы. При этом все так же пускать бесполезные торпеды, которые время от времени куда-то попадают. А уж если повезет выйти на ПЛ, то тут уже подключаются глубинные бомбы, ТТХ на экране, а от себя скажу, претензий к ним нет. В сбросе бомб много, урон большой. Так что и сплэшем можно ПЛ иной раз добрать весьма быстро. Ну или если сбросы идут прямо над лодкой, то нужно бомб 5, чтобы потопить фуловую. Самое опасное при игре против ПЛ, что они вас могут на сближении проторпедировать. Не забываем про кривенькую маневренность. Ну и последний пунктик вооружения — это ПВО. Характеристики выведу также на экран, ну и в двух словах — особо рассчитывать на него не стоит. Разрывов мало, постоянный урон в аурах небольшой. Такое ПВО не способно сбивать эффективно ударную авиацию, но вполне себе легко сбивает истребители. Так что своевременно включаем и выключаем его по ситуации. Иллюзии на тему сбития самолетов не строим, но и не пренебрегаем данной примочкой. Собственно, вот так вот выглядят ТТХ. Ужасные торпеды, а в остальном это Шимаказ. Теперь же быстро про сборку и подведем итоги. Что касается модернизации. В первый слот основное вооружение, во второй слот мотку за уголь на форсаж или защиту машинного отделения. В третий слот орудие главного калибра, в четвертый рули, в пятый маскировку, в шестой слот орудие главного калибра. Также не забываем поставить боевые сигналы. Цветовая дифференциация на ваш выбор. Ну и перки беру такие. Наводчик из последних сил, отчаянный, мастер маскировки, мастер борьбы за живучесть, специалист ГК и ПВО, мастер перезарядки торпед и торпедист, будь он не ладен. Как-то так, в общем, я планирую на нем играть. Что же касается корабля, по факту повторюсь. Это Шимаказ. Но на максимально убогих торпедах с дикой, огроменной заметностью и уроном европейских эсминцев. При этом сам инвиз у корабля стал хуже. И как бы нафига Нацусаки нужен? Большой вопрос. Потому что торпедность выглядит как не смешная шутка, это неэффективный концепт. И играть лодку как торпедный эсминец — это издевательство прежде всего над самим собой. Конечно, торпеды эти вы будете в любом случае пускать, и они будут попадать иногда. Ну, басов-то хватает. Но как только вам надо будет что-то затащить и подтащить, то через это вооружение добиться успеха будет трудно. По сути, фишка корабля — это его главный минус. Все остальное более-менее нормально. Можно реализовывать, ГК стреляет, бомбы бомбят. Только вот инвиза уже недостаточно. Для того, чтобы иметь какую-то инициативу против других эсминцев. Или хотя бы иметь право первого выстрела. При игре нужно прогнозировать возможный одновременный подсвет. Заранее переводить туда ГК,
ну и собственно дальше уже воевать. Это требует и навыков игры, и понимания карт, и кучу всего по мелочи. Из-за чего жизнь в бою не так уж и легка. Возникает некий такой кривоватый парадокс, что фишка и особенность – минус, а ГК обламывается об стандартную маскировку. То есть как ни играй, что ни пытайся делать, а всегда есть гнетущее чувство бесполезности и того, что ты уступаешь другим эсминцам на уровне. Такая вот японская шляпа, или катана, как там это все называется. Больше сказать мне нечего. Решайте сами, надо оно вам или... ну вы поняли. Мы же увидимся в других боях. Ну и не забывайте прожимать лайкосы, кто хочет, вступайте на Boosty или следуйте пути описания. Всем пока!